Если просто. Well, I'll start with, I'm sure the league will most certainly. Во-первых, я разочарован действиями игрока Бориса в начале матча и думаю, что лига должна посмотреть еще раз, что случилось, и оштрафовать игрока сообразно регламенту. Но думаю, что много играли в меньшинстве, это решило матч. Особенно, когда у Бориса было, ну, когда нас оштрафовали в 5 минут, я думаю, что это не было заслужено, но все равно так. Так получилось, и с того момента у нас был матч без шансов вернуться в игру и в конце проиграть. Спасибо, Андрей. Пожалуйста, ваш ответ. Ну, хочу всех поздравить с победой. Интересный матч. Готовились. Готовимся к следующей игре. Спасибо.